значит хищник. Это, да, он от жадности. Это гарнир. Он от жадности аж пальцы начинает есть. Что это такое на лапах? При этом я уже куски шкуры-то поснимала. Ай. Меня кусают. А ты руки не подставляй. Кусь. Какая теплая он, пасть. Он, кстати, похоже, еще какую-то шерстягу нацеплял. Слушай, ну вот это не грязь, это вообще непонятное что. Я говорю, с кусками кожи отходит. Смола какая-нибудь, клей. Слушай, а он не мог в какую-нибудь ловушку, знаешь, это клеевая для крыс? Ну, он бы тогда весь был бы в этом. А он именно сухой. Ну, как пересушенный. Вот я его опрыскала, стало получше. И лапы стали получше. Да отдай пальчик. Что это такое? Ни одного внука такого не было. Какой он приятный на ощупь. Он пахнет даже вкусно. Я так соскучилась по этому запаху, он реально очень вкусно пахнет. Вот это надо снимать, потому что покажите мне еще одного хища, который бы вот так вот сам себя видел, смотрел бы телеки. Да, съешь себя, да. Ну, куски вот такие вот снимаются. То, что размочил. Потому что лапы были вообще сухие-сухие. Да. И перо местами какое-то сухое. То есть я его опрыскивала. Да? Что там? Ага. Рукавица поклевачья тоже слегка. Чье шлоецкое тварь? Этим таракан уже. Едем в Сирины Мандрыги. Везем немного ништяков. У нас полный багажник. Еще всякое в салоне. Ослоед. Ежик. Там еще второй ежик и сова. Мне кажется, мы уже готовы. Ты решила с ежиком на руках поехать? Да. Ну, же знаешь, кого это попалюхи? Это Флинтик. Это которому Маша отмершую лапку ампутировала. Да, у него по милированию иголок заметно, он такой стильный. Надо было в чем-то запутаться. Нужно больше ежиков. Главное не сварить его. Да, лето. Слушай, ну он всякое из дома, но, блин. Вот у меня тоже такое ощущение, что... Нет, да, он... что он где-то... Ну, что пудов, то, что он обитый. Локти вроде не обиты, хвост, конечно. Он сам вот весь вот. Не худенький, не худенький. Ну, хотя... так. Нет, он, наверное, нормальный, просто у него грудной мышцы вообще нет. Может он быть. Нет. Он пытался тебя летать? Он по полету. Вот так вот я тогда разговаривал, смотрел на четверочку. Тоже, мышца, да, и нет. Да. Поэтому такие завалы. Так причем удивительно, что в руках, вот я его так крюком держу, в руках жрет. Я видела, да. Вообще, вообще, да, то есть очень много вопросов по птице. Это тебя нет? Нет, не может уже. Завис. Они на меня все зависают, я же самое главное зло. Я со всеми делаю всякие страшные манипуляции, да?
Пойдем пока в курятник. Пойдем. Вот он, курятник. Что, прям так и отходим? Так, сади его куда-нибудь. Можно, курить, можно. А я думаю, что вот так вот посмотрим сейчас. Покажись во всей красе. Покажи, как ты полетываешь. Давай. Все, ты потерялся? Кто ты, где ты? Давай. Я вот. Короче, я в коробку-то его не стала даже сажать, потому что он из коробки благополучно вылетает. В ступоре. Кто я? Где я? Поставили так, кстати. Или нет? И... Носик тоже поел. Можешь увидеть разницу между енотом и ментовидной собакой, насколько они разные. Я? Такие разные, такие разные.
Ну да, еноты, по крайней мере, не рычат. Да ладно. Ну, я каких вижу, потихну сужу. Все замечали низенькие, толстенькие. Это-то зря, это очень обманчиво. Очень много отказников, именно потому что считают, что енотики такие милые-милые, воспитанием не занимаются, и потом бедные животные. То есть это покусанные, порванные люди. Кто не понял, что завел. Ой, ой, а чем эта тетятка пахнет? Ну, что-то бросается. А другого не дам? Ну-ка, попрошайка. Ну-ка, попрошайка. Все, попрошайка. Угу. Плавное движение. Так, скажи, а что дашь? А что дашь? А что это у тебя такое? А если найду? А что это у тебя тут такое? Когда тебе нужно будет спасать, то кричи. Откуда ты это взял? Уже все до здорового с кормом. Ты видим или все? Нежность и лечь. Нежность и лечь. Нет, не пущу. Не пущу. Жопа. Ой, банда, ой, банда. Куды ты полезла? Иди сюда. Ну, ну сделай мне массаж, так прикольно в прошлый раз по мне походил. Че так прикольно по мне походил, когда шли разделывать. Вот руки в рот мне не надо запихивать. Вот так и приезжай к вам. Нет, в смысле, вы надо, конечно, везде руки. Иногда и не ноги, да. Руки-то его руками, а сам-то на камеру смотрит. Ну, я понимаю, что он делает. Наконец-то заработали парикмахерские. Ага. Сейчас мы сделаем такой классный начес. Я знаю, что ты сделаешь, не хочу. Да, и за ухо тяпнуть. Ну ты что-то как-то уж барышня-то совсем сурово. Ню. И? Что там? Ник. Через другую дырку. Не надо мне ее отгрызать. Она мне еще пригодится. Надо расширить и углубить. Хулиганская такая. Такая хулиганская. Хулиганская. Я девушку такого не помню. Такая хулиганская. Ну, я не знаю. Такая полная хулиганка. Для нас очень важно, чтобы вы подписались на наш YouTube-канал. Ваши оценки и комментарии помогают нам в развитии и мотивируют выпускать видео чаще. Спасибо за вашу поддержку.